Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Мы находимся в ЖК «Встречный», поселок Стрелка. Сегодня мы сдаем очередной наш дом, 65 квадратов. Чем он привлекателен? Проект одноэтажный, но есть мансарда, в которой можно сделать две больших комнаты. Сейчас мы познакомимся с нашими покупателями. Получилось так, что они, сдача дома и заезд происходит одновременно. У нас погода благоухает, дождик начался. Давайте познакомимся с нашими покупателями. Светлана ее зовут. Сейчас мы пройдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Светлана, поздравляю вас с новосельем. Вот такие вот шарики. И небольшие скромные подарочки с нашими логотипами. Сладкие. И там есть еще замечательные сертификаты на посещение спа-салона и бассейна. Вам, пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. Светлана, расскажите мне, пожалуйста, вы как узнали о нашей компании? Ехали просто мимо, увидели красивые дома, и нам понравилось, захотелось посмотреть. Посмотрели мы 3 мая, 5 мая купили. А вы купили дом в чистовой отделке? Ну вот то, что вы видите, вот так мы и купили. Мы заехали вчера. Так получилось, что акты приема и передачи мы будем подписывать только сегодня, а люди заехали вчера. То есть это все было на доверии, и он действительно, наверное, ждал вас, что вы приехали, буквально там поглядели его и все, сказали, все, это наше, здесь наша душа. Правильно я говорю? Да, 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 так и есть, так и есть. То есть вчера мы фактически в этот дом вошли 4-й раз. Ну, вот так. Вы переночевали в нем. Какие ощущения у вас? Мы проснулись от тишины. Вот так. Вот мы с мужем проснулись от тишины. Дороги не слышно. Соседи тоже у нас дружные. Вот. Мы уже познакомились вчера даже с соседями. Поэтому как бы... Ну, нам все нравится. Хочу пригласить вас посмотреть, как мы начали обустраиваться. Спасибо. Кровать у нас... Ну, сегодня спали на матрасе, но кровать уже вот практически... Вот-вот будет собрано. Да. Самое главное – это спальное место. Да, это спальное место. Еще у нас есть главное мероприятие, вот еще в туалет как бы. Вы уже оборудовали санузел. Да, да, да. Молодцы, да, классно, да. Здорово. Давайте пройдем дальше. Сегодня мы, вчера вернее, мы встречали гостей первый раз, соседей наших. Вот. Я хочу тоже от нашего дома преподнести вам небольшие такие скромные, сладкие и вкусные подарки. Так как мы из Севастополя, Севастопольский вальс. Спасибо большое. Искусная шампанское, золотая балка. Я родилась там в золотой балке. Это мармелад, да. Обалдеть. И натуральные десерты Крыма. Хочу. Спасибо большое. Спасибо. Ну, сейчас мы за рулем. Да, мы отправим это в офис, как бы поделимся, как говорится. Спасибо большое. Очень-очень-очень приятно. Спасибо, Светлана. Мы еще раз поздравляем вас с приобретением нашего дома, «Стройгарант Анапа». Надеемся, что у вас будет все хорошо, все замечательно, и вы будете счастливы в этом доме. Спасибо большое. Так как я очень люблю заниматься землей, вот, я вчера не удержалась, все-таки выкопала пару лунок и посадила арбузы. Хотя у нас за оградой тоже растут арбузы. Вот хочу посмотреть, что же будет. И за воротами привезла из Севастополя коллекционные ирисы. Вот. И вчера их тоже посадила. Спасибо большое за дом. Эти часы я сделала сама. Хочу передать в офис Ольге Павловне. «Стройгарант Анапа» Ольге Павловне. С благодарностью. Все, обязательно передадим. Спасибо большое. Замечательные часы, очень красивые. И это ручная работа. Светлана, спасибо вам большое за такие огромные, замечательные подарки. Особенно сделанные своими руками. Это самый замечательный подарок. Спасибо огромное. Еще раз, надеюсь, что у вас в этом доме будет счастье, здоровье, успехов вам желаю. Чтобы все было хорошо и замечательно. Все, следующий дом. Приходите к нам еще раз. Для детей, для знакомых, для друзей. Уважаемые подписчики, а я прощаюсь с вами. Желаю вам всего хорошего и замечательно. Приезжайте к нам в «Стройгарант Анапу», покупайте у нас дома на юге. До свидания.
сертификаты жильцам коттеджных поселков предоставлены фитнес-центром «Море». Это фитнес и спортзал, бассейн и сауна и много различных спа-процедур. Ближе к цели вместе с морем.